Дорогие друзья, добрый день! Сегодня мы поговорим про иммунитет. Эта тема очень важная по всем параметрам, по всем вопросам, и много информации на эту тему не бывает. Эту лекцию проведу я. Меня зовут Копытько Марина Владимировна, я врач-диетолог, кандидат медицинских наук и специализируюсь на программах оздоровления и очищения организма. Итак, иммунитет. Что же это такое? Почему настолько много информации? Почему она такая разноплановая? И почему так сложно сориентироваться? Как же помочь себе, как поддержать себя в разных жизненных ситуациях? Тем более сейчас осень — это время, когда сокращается световой день, становится больше чуть стрессовая нагрузка в связи с работой и с разными вирусными нагрузками в том числе. Вот давайте и поговорим, как мы можем себе помочь укрепить иммунитет. Но для этого сначала погрузимся в тему иммунитета и разберемся, что же такое иммунитет с точки зрения медицинской науки. Итак, иммунитет — это невосприимчивость организма к различного рода агентам. На самом деле у нас очень много вокруг нас агентов. У нас есть бактерии, вокруг нас очень много вирусов, есть гельминты, грибы и так далее. И все они, соответственно, немножечко покушаются на наш организм, а задача нашего иммунитета — удержать стабильное внутреннее состояние. Поэтому основная задача иммунитета — это обеспечить нашу невосприимчивость ко всем этим агентам. Кстати, помимо того, что я перечислила, еще бывает иммунитет таким веществам, как ядом, например. Это тоже показатель иммунитета. Иммунитет бывает врожденный, а бывает приобретенный. И вот врожденный иммунитет, ну, например, вот у человека врожденный иммунитет к чуме собаки, ну вот невосприимчивым мы к ним. А приобретенный иммунитет, соответственно, он формируется в течение нашей жизни. И в свою очередь он бывает активно приобретенный или пассивный. Пассивный — это когда антитела передаются с у мамы, когда ребеночек только еще зарождается, или в момент родов они тоже могут передаться. И, соответственно, организм ребенка, благодаря маминому организму, обучен к сопротивлению некоторым инфекциям. А также второй основной механизм такого пассивного иммунитета — это когда идет переливание плазмы крови. Вот, например, сейчас это очень актуально, когда у переболевшего человека много антител к, например, вирусам, и он таким образом помогает заболевшему человеку как можно быстрее выздороветь. А вот активный приобретенный иммунитет обычно он появляется благодаря различным перенесенным заболеваниям. И, соответственно, второй способ появления такого иммунитета — это вакцины. Они бывают очень разные, и, соответственно, про них тоже обычно очень много вопросов, но все они согласовываются с основными принципами вирусологии, например, и построения и поддержания иммунитета. Чем же определяется характер иммунного ответа? Он определяется рабочими органами, деятельностью этой самой иммунной системы. Что входит в понятие иммунной системы? Есть первичное звено, сюда относится щитовидная железа. На самом деле щитовидная железа — это один из ключевых органов, который отвечает за качество нашего иммунитета. Сюда относится костный мозг. Костный мозг является депо различных клеточек, и когда нужно обновить, то как раз вот из костного мозга выходят новые костно-мозговые стволовые клеточки, и они как раз уходят в периферическую кровь. И печень. Вот печень очень тоже важное значение имеет в построении иммунитета. И еще бы отдельное внимание я бы еще отметила кишечник, потому что не зря говорят, что практически 80-85% иммунокомпетентных клеток находятся именно в кишечнике. Поэтому в зависимости от состояние работы нашего кишечника, это тоже определяет активность или пассивность нашего иммунитета. Во вторичную систему входят такие, входят лимфатические узлы, селезенка, соответственно, сами периферические клеточки, вот в частности Т-лимфоциты и В-лимфоциты, о которых мы сейчас отдельно поговорим. И они циркулируют постоянно в крови, и, соответственно, из органа в орган они переходят, и в зависимости от того, где находят вот этого агента, например, вируса, они там и проявляют свою активность. Если
взять как бы сам иммунный ответ, то что это такое? Это как раз вот способность этих иммунокомпетентных клеток, то есть активных клеток, выделять вещества, их называют цитокинами, которые осуществляют иммунный ответ. То есть, по сути дела, вот эти клетки являются курьерами для того, чтобы все стадии воспалительного и иммунного ответа они прошли правильно. И как можно быстрее из нашего организма вот этот патогенный агент, будь то вирус, будь то бактерия, будь то грибок или, например, вот гельминт, они как можно быстрее были выведены из нашего организма, либо как минимум вошли в такую сонную стадию, когда они не проявляются. И по механизмам защиты наш иммунитет бывает неспецифический и специфический. Это тоже важно понимать для того, чтобы понять, как мы можем здесь воздействовать и каким образом, например, ребенок, когда начинает ходить в детский садик, он как раз одну из этих стадий очень активно проходит. Итак, что же такое неспецифический механизм защиты? Это естественные киллеры, вот эти самые Т-хелперы, Т-клетки, макрофаги, которые осуществляют такую функцию съедания, скажем так, вируса. И если посмотреть в микроскоп, то очень интересная картинка. Прям видно, как, например, макрофаг гоняется между клеточками крови и, соответственно, вот этого вируса прям пытается его достать и, соответственно, заглотить. И в этот момент, когда он его заглатывает, он там внутри его разрушает. Эти клетки, вот эти естественные киллеры, они активизируются интерлейкинами. И есть прям такая большая схема построения, такая химическая реакция, интерлейкин 1, 3, 4 и так далее. И к чему я это веду? К тому, что активность этих интерлейкинов, она поддерживается фитонутриентами. Это вот такие минорные вещества в нашей пище. Например, кордицепс является таким примером, когда за счет небольшого добавления фитонутриентов, обычно это ярко окрашенные овощи, еще могут их содержать фрукты, они усиливают их проявление положительных свойств. И такие вот неспецифическая защита, она обеспечивает раннюю и, собственно говоря, активную защиту от возбудителей. И чем лучше состояние вашей лимфы, чем она более тягучая, чем больше таких клеток активных непосредственно в лимфе и в крови, тем вот эта первая линия обороны будет крепче, и, соответственно, вирусу или там бактерии будет труднее прорваться дальше. Но так бывает не всегда, и, соответственно, приходит на помощь так называемая уже специфическая линия защиты. Что это такое? Это антиген, специфическая защита, когда каждому вирусу вырабатывается, вот как ключик к замку, каждому антигену вырабатывается антитело, которое, собственно говоря, и нейтрализует его действие. Поэтому такие клетки, как вот Т-клетки, самые известные, это, естественно, Т-лимфоциты, они, соответственно, убивают чужеродные клетки, которые несут чужеродный антиген, и таким образом предотвращают их развитие. Например, так проявляется накопление иммунитета к вирусам гриппа. Соответственно, идет распознавание этой клетки. И если организм уже был ознакомлен с таким вирусом, он уже вспоминает, что он знает это антиген, быстренько наращивает пул антител и, соответственно, нейтрализует их проявление. А если он впервые столкнулся с таким новым для себя вирусом, то как раз запускается вот эта иммунологическая реакция с синтезом антител, для того, чтобы опять-таки как можно быстрее заблокировать проявление вирусной инфекции. Дальше. Значит, вот я рассказала про лимфоциты. Лимфоциты – это ключевые клетки в процессе иммунологической реакции. И надо сказать, что у нас их в организме очень много. Вот согласно данным медицинской энциклопедии, их там 10 в 12 степени, то есть их очень-очень много. И они достаточно быстро обновляются, и, соответственно, прям фактически ежесекундно вот 10 в 6 степени лимфоцитов обновляется, синтезируется. И 80% таких вот иммунокомпетентных клеток, в частности лимфоцитов, они где-то живут около 100 дней,
а 20% даже таких клеток могут жить всего 2-3 дня, то есть очень высокая скорость обновления. Почему мне хотелось озвучить эти цифры? Я таким образом хотела показать, что на самом деле наш организм не так не защищен, как может показаться на первый взгляд. У нас есть несколько механизмов защиты, и, соответственно, наш организм умеет защищаться от различных патологий. Но, тем не менее, мы в состоянии помочь ему, и мы чуть ниже, когда разберем теоретическую часть, соответственно, и поговорим о том, что же было бы правильно делать для себя, чтобы наш иммунитет был лучше и крепче. И напомню, что в нашем организме достаточно много спящих клеточек, соответственно, они активизируются, когда в этом есть необходимость. И вот опять-таки приведу пример, например, детей дошкольного и школьного возраста, когда, как мы знаем по практике, детки часто болеют. И таким образом, с одной стороны, это, конечно, неприятно, но с другой стороны, в этот момент не зря говорят, что дети набирают иммунитет. То есть таким образом их организм ознакомливается с различными, ну, в частности, вирусами, и вот эта иммунологическая память, она, соответственно, закладывается на годы вперед, и уже во взрослой жизни взрослый человек уже будет менее болеть, потому что его иммунная система уже таким образом оказывается потренированной. Каждый зрелый Т или Б-лимфоцит имеет рецепторы только к одному виду детерминанта, да, то есть к одной антигену. Поэтому вот это как бы важно понимать на примере вакцин. Почему вот одна вакцина, соответственно, тренирует нам там одни клетки, а другая вакцина тренирует другие клетки. Но при этом, например, вот вакцина против гриппа так работает, но при этом все равно человек может заболеть. Ну вот ровно потому, что какой-то штамм вируса у него попадает, и организм как бы формирует эту память, а на другой штамм вируса, например, другую модификацию вируса, вот у него памяти нету. И, соответственно, если именно она попалась там в обществе, например, где-то, а вакцинировал он другими видами, то, соответственно, человек может заболеть. Ну и как вывод отсюда, естественно, что с чем большим количеством инфекции ознакомлен человек, соответственно, тем будет у него лучше, как ни странно, иммунитет, и, соответственно, спектр этих клеток будет более богатым. Причем организм достаточно долго держит память об этих перенесенных инфекциях, и даже по некоторым вирусам, например, он может вообще пожизненно об этом помнить. По некоторым болезням, к сожалению, может забыть. И, соответственно, эти клетки как раз и называются носителями клеток иммунной памяти. Характер самого иммунного ответа тоже зависит от ряда механизмов, да, от ряда причин. Во-первых, характер воспаления. Соответственно, вот, ну, как бы, как ни странно это может показаться, чем больше воспалительная реакция, например, подъем температуры, какие-то вот такого рода эффекты, тем иммунный ответ будет лучше. Потому что как раз это проявление работы иммунитета. Поэтому, например, повышение температуры после вакцины – это нормальная реакция, которая говорит о том, что идет процесс вот этой иммунизации, да, то есть ознакомления организма. Но, с другой стороны, есть и более, скажем так, щадящий способ стимулировать эту реакцию воспаления – это, например, баня. Вот баня является классным способом простимулировать естественным образом свой иммунитет. Поэтому банные процедуры, особенно когда правильно они проведены, то есть не надо есть накануне бани, а нужно прям вот баню как бы погреться там 2-3 раза правильного захода и не наедаться сразу после, это является прекрасной очищающей процедурой и процедурой, которая разжижает лимфу, соответственно, таким образом, вот через опосредованный такой механизм, и происходит укрепление иммунитета. Дальше. Второй вот фактор, от которого зависит иммунный ответ, это восстановление слизистых носа и дыхательных путей. Потому что для большинства, например, вирусов входными воротами являются именно слизистые носа и слизистые рта. Поэтому, если там есть какие-то вялотекущие хронические воспаления, например, тонзиллиты или ну, что-то такого рода, то инфекция, естественно, проникнуть туда легче. То есть слизистая более рыхлая, и она не является естественным барьером. Хотя природа придумала там такое защитное вещество, например, это лизоцин,
Это фермент белковой природы, который, соответственно, лизирует, то есть растворяет вот бактерии или вирусы. Если он успевает их захватить именно, ну, например, в ротовой полости, то уже дальше, соответственно, этот агент не попадет. Дальше, следующий пункт, третий пункт – это стрессы. Вот не зря говорят, что стрессы влияют у нас на всю жизнь. Это действительно так, потому что в момент перегрузки, то есть здесь важно понимать, что не сам стресс как таковой нам опасен. Небольшой стресс является хорошим фактором, он нас чему-то стимулирует. Даже сейчас, там, читая эту лекцию, я тоже испытываю определенный стресс. Но для меня это способ двигаться вперед. А вот если стресс запредельный, его слишком много, то таким образом, соответственно, наша гормональная система входит в состояние напряжения. И там появляется очень много кортизола, запускается реакция надпочечников, ухудшается как раз иммунный ответ. И если стресс запредельный, то организм как бы не может адекватно сопротивляться, в том числе и вирусам и бактериям. Человек может заболеть в момент такого напряжения. Поэтому очень важно давать себе моменты отдыха, переключаться, позволять себе какие-то процедуры, например, банные процедуры или массаж, для того, чтобы и таким образом тоже укреплять иммунитет. Вот такое опосредованное действие для улучшения работы нашей гормональной системы. Следующий фактор, четвертый, это дефицит витаминов и минеральных веществ. На этом я хотела бы остановиться поподробнее, потому что у многих людей возникает вопрос, а вообще зачем нужно пить дополнительно витамины и минеральные вещества? Зачем они нужны? Вроде как все в пище есть. На самом деле все не так просто. Все дело в том, что, ну, действительно витамины и минеральные вещества не представлены в продуктах питания. Но для того, чтобы получить полный их спектр, вот ученые посчитали, мы диетологи, соответственно, прям активно этим вопросом занимаемся. И получается, что на данные, на современные продукты питания, чтобы получить вот суточную норму витаминов, ну, например, там для меня, я должна съедать примерно рацион на 3500 килокалорий. То есть это очень много. И если столько съедать, то, ну, практически для всех, для нас это будет путь в ожирение. Соответственно, это будет увеличение массы тела, это увеличение калорийности рациона. Это нереально столько съедать. Поэтому столько калорий съедать мы не можем, мы столько не двигаемся, у нас нет тяжелой физической нагрузки, там пахоты земли, например, и так далее. И есть второй момент. Он связан с тем, что самих витаминов и самих микроэлементов в обычных продуктах питания, как показывают научные публикации и научные исследования, к сожалению, становится все меньше и меньше. И есть такое очень много исследований на эту тему, но я вам приведу одно. Вот есть такое исследование, его институт питания в свое время, я там достаточно долго работала, вот его запустил такое исследование. Они измеряют содержание витамина С в одних и тех же сортах яблок в течение достаточно большого количества времени, уже порядка там 20-30 лет. И, как показывают данные, содержание витамина С в яблоках прогрессивно падает. То есть в два с половиной раза меньше того же самого витамина С по сравнению с яблоками 30-летней давности. И, конечно, ученые задают вопрос, в чем причина. И здесь однозначного ответа нет. Возможно, это изменение количества световых лучей, это что-то меняется в почве, вода, или, возможно, это вообще сельскохозяйственные какие-то тренды, которые основная задача — это как бы более быстрое выращивание способы, более быстрые способы выращивания продуктов питания, непонятно. То есть возможно, что овощи и фрукты не успевают уже столько накопить, сколько, например, некоторое время назад успевали. Но факт остается фактом. Опубликованы данные, что, например, в гречке становится меньше микроэлементов и витаминов. Ну и по всем, в общем, продуктам можно поднять эту информацию и увидеть, что их меньше становится. Поэтому какой отсюда вывод? Есть больше нельзя, соответственно, ассортимент, ну, там такой, какой есть. Поэтому как раз использование биологически активных добавок является хорошим решением этой проблемы. Мы, не увеличивая калорийность, увеличиваем нутритивную плотность. Итак, это самое важное про дефицит витаминов и минеральных веществ. Следующий пункт – это дефицит белков. Вот надо сказать, что если мы в среднем рассмотрим питание, ну, например, России, то мы увидим очень четкий уклон в сторону углеводной пищи.
Очень много людей любят выпечку, булки, крупы и так далее. А вот как раз белковые продукты, например, такие как говядина, морепродукты, яйца, сыры, курица, индейка. Я как раз перечислила основные продукты, которые являются источниками белка. То в рационе они, конечно, присутствуют, но часто бывает, что в недостаточном количестве. Особенно актуальна эта тема для вегетарианцев, которые вообще не получают продуктов животного происхождения, а следовательно, они не получают качественного сбалансированного белка. Так вот, белок для нашего иммунитета тоже очень важен. И, например, когда человек после перенесенного заболевания восстанавливается, ему особенно говорят, соблюдайте, так не забывайте есть там мясо, не забывайте есть курицу, потому что потребление белка, белковых продуктов является строительным материалом не только для мышечной ткани, о которых мы, естественно, знаем и помним, но на самом деле это источник для синтеза ферментов и гормонов. А ферменты нам необходимы для того, чтобы адекватный происходил иммунный ответ. И вот все те реакции, о которых я обозначила чуть выше, рассказала чуть-чуть о них выше, соответственно, они все происходили. Поэтому можно, например, в организме иметь какое-то количество витаминов и минеральных веществ, но при этом, если белка мало, то, собственно говоря, и иммунный ответ тоже будет плохой, тоже будет слабым. Следующий пункт – это плохая кишечная микрофлора. Вот не зря говорят, что кишечник на самом деле это второй мозг. Столько много функций ему принадлежит. В частности, наше даже настроение зависит от работы кишечника. И люди, которые, ну скажем так, страдают какими-то проблемами, например, запорами, очень часто отмечают даже ухудшение общего самочувствия. И это совершенно справедливая закономерность. Поэтому адекватная, правильная работа кишечника с точки зрения и усвоения питательных веществ, и его очищения ежедневного, полноценного, это тоже важный фактор нормализации нашего иммунитета. Поэтому, если есть проблемы на этом уровне, их обязательно нужно решить. Соответственно, наладить нормальную работу кишечника. И если обозначить спектр вопросов, которые очень важны для решения именно этого вопроса, то здесь важно акцентировать влияние на достаточное потребление воды и достаточное потребление пищевых волокон, потому что не и тот, и другой фактор, они существенно важны. Вода, с одной стороны, у нас является средством нашего очищения, нашего омоложения, все процессы детокса, состояние лимфы, состояние печени, они все напрямую зависят от того, поступает ли вода чистая, нормальная, хорошая, качественная или нет. А с другой стороны, соответственно, пищевые волокна. Их еще называют метелочкой. То есть это, как сказать, они не усваиваются, не всасываются, но при этом они являются определенного рода наполнителем и, проходя по желудочно-кишечному тракту, адсорбируют на себя все канцерогены, какие-то побочные продукты пищеварения, все так называемые шлаки, хотя это не медицинский показатель, такого термина в медицине нет, но тем не менее как бы понятно, про что мы говорим, и так далее. И, соответственно, выводит их наружу, таким образом очищая наш организм. Поэтому правильная работа желудочно-кишечного тракта – это тоже очень важный фактор нашего адекватного иммунного ответа. Еще хотелось бы на двух остановиться, это наши суточные биоритмы. Вот казалось бы, какая связь суточные биоритмы и иммунитет? На самом деле прямая. И сейчас мое послание в основном адресовано тем людям, которые очень поздно ложатся спать. Может быть, даже для них это комфортно, они так привыкли. Но на самом деле это очень сильно противоречит гормональному фону. Потому что ночью у нас вырабатывается такой гормон, как кортизол, и, соответственно, он является достаточно сильным антагонистом инсулина. И если вы сегодня ночью выспались, хорошо отдохнули, то в течение следующего дня вы себя будете нормально чувствовать, вам не будет хотеться сладкого, и все у вас будет хорошо и с иммунным ответом тоже. Но если так не происходит, особенно если это системно не происходит, и человек ложится там в 2-3 ночи, то происходит как раз нарушение синтеза кортизола. Кортизол вырабатывается только ночью, соответственно, только в горизонтальном положении, желательно еще в максимально темном пространстве, то есть так, чтобы свет луны, например, не светил в лицо человеку.
и его пик активности приходится примерно с 2 до 4 ночи. Поэтому именно в это время очень важно спать. А если есть системные сбои в биоритмах, то, соответственно, это и запускает определенный каскад гормональных реакций. И я могу сказать по своему опыту, что у людей, которые имеют лишний вес, очень часто эта причина тоже наблюдается. Соответственно, в течение следующего дня человеку не хватает энергии, и он таким образом пытается подобрать ее из более жирной, сладкой еды, которая, естественно, быстрее дает эту самую глюкозу, но при этом это неправильно. И время года. Соответственно, что здесь важно понимать для иммунного ответа? Почему время года важно? Потому что витамины, в частности витамин D, который, соответственно, у нас, например, в летнее время он чуть более активно представлен, в том числе за счет солнечного света. Но, к сожалению, полностью на солнце нам никоим образом не приходится надеяться. Нам приходится дополнять продукты питания, которые являются источниками витамина D, либо принимать его в виде биологически активной добавки дополнительно. И раньше считалось, что если ты один раз в год выезжаешь, например, на море, то этого достаточно для того, чтобы накопить этот витамин D, потому что он вроде как под кожей, но это действительно так, он накапливается под кожей. Но оказалось, что не все так просто. Во-первых, две, три недели, сколько себе может позволить выехать на море, этого недостаточно для того, чтобы набраться витамины на год вперед. А во-вторых, витамины, как всегда, в частности витамин D, работает здесь и сейчас. Если он сейчас в организме есть, то он нормально будет проявляться в плане химических реакций. Если его недостаточно, значит, какая-то химическая реакция не произойдет. И витамин D достаточно хорошо синтезируется под кожей именно у деток. Именно поэтому для детей особенно важно регулярно гулять, полноценно гулять. А у взрослого человека, к сожалению, эта способность прогрессивно падает. Это зависит еще от типа кожи, соответственно, но в целом, даже если посмотреть, например, на взрослых людей, большинство людей большую активную часть дня проводят в офисных помещениях, а через стекло солнце не проходит, и никакой, конечно, нужные ультрафиолетовые лучи не синтезируются. Поэтому витамин D у нас должен быть представлен в продуктах питания и в добавках. Напомню, что есть разные формы витамина D, D2, D3 чуть более активные, D3 считается. D2 – это растительного происхождения. D2 очень хорошо представлено в грибах. Соответственно, D3 – это в основном продукты животного происхождения. Например, это печень, яйца, устрицы, например, такие продукты, и так далее. Соответственно, этот список можно расширить. Следующая особенность – это иммунитет. Я бы хотела сейчас коснуться двух разных вариантов проявления иммунитета. Например, антибактериальный иммунитет и противовирусный иммунитет. Антибактериальный здесь более активный, более важный именно состояние нашей ротовой полости, то есть этого лизоцима, это фермента. Он, соответственно, захватывает, бактерию, которая попадает, например, в ротовую полость, и лизирует, то есть разрушает ее, не давая таким образом ей проникать дальше. И, соответственно, здесь именно происходит переваривание бактерий. Во всяком случае, в норме так должно происходить. Но хотелось бы мне подчеркнуть, что если есть какие-то тонзиллиты или пробки в миндалинах, то, соответственно, эти процессы будут проходить хуже. И таким образом бактерия уже может проникнуть дальше и осуществлять свое негативное действие. И противовирусный иммунитет. Здесь, соответственно, по-другому немножко иммунитет работает. Вирус проникает в саму клеточку и разрушает ее изнутри, собственно говоря. И когда эта клетка разрушается, таким образом она выходит в лимфу, либо в кровь, и таким образом поглощает, завоевывает, следующие клетки. И таким образом прям быстро прогрессирует нарастание этого самого воспалительного процесса. Именно так проявляется грипп. Соответственно, это достаточно быстрая, активная реакция, то есть вирус проникает в одну клетку, разрушил ее, выходит в ткани, поглощает следующие клетки, разрушает, и прям быстро-быстро по нарастающей идет воспалительная реакция,
А в ответ на это наш организм, естественно, сопротивляется. И сопротивляется он температурой. То есть температура – это показатель воспаления, и туда привлекаются клетки воспаления, соответственно, те самые клетки, которые активно пытаются убить вот этих вирусов, которые пытаются захватить наши здоровые ткани. И когда вот это вариант такого активного, правильного срабатывания иммунитета, соответственно, воспалительная реакция в данном случае, температурная реакция, это правильная реакция, и не зря говорят, что не любую температуру надо сбивать. То есть та, в которой разумно, но считается 37,6, 37,8, такую температуру сбивать не надо. А если она уже заходит за там, высокие цифры, там 38 и выше, то такую температуру нужно жаропонижающими снижать, потому что коагуляция белков в этот момент может быть очень большая. Особенно это важно для маленьких деток и для людей 65+, поэтому с ними особенно внимательно, их как бы специально контролируют в этом плане. И вот вариант быстрого проникновения – это грипп, но на самом деле не все так инфекции агрессивно действуют. Вот, например, герпес, он действует чуть-чуть по-другому. 80% населения фактически по статистике инфицированы герпесом, но при этом он не всегда проявляет себя. И если иммунитет крепкий, если, соответственно, все хорошо, то он так, собственно говоря, и находится в клетках, в частности, в нервных клетках, в спинном мозге, около спинного, в рогах спинного мозга находится, соответственно, там и сидит. Поэтому может быть вот эта ремиссия вообще фактически пожизненная. Либо до любого какого-то стрессового фактора, будь то переохлаждение или какой-то сбой в питании, когда набирается дефицит витаминов и минеральных веществ, и, соответственно, он поднимает голову и проявляет уже свое негативное воздействие, опять-таки, ну, фактически всегда через слизистые, либо через кожные покровы. И давайте сейчас поговорим про возрастные особенности иммунитета. Вот интересно, но оказывается, что есть разные периоды, когда люди более чувствительны к формированию иммунитета. И первый такой критический период, он считается внутриутробно, когда еще ребеночек только зарождается. Это примерно с 8-й недели уже синтезируются B-лимфоциты, которые через маму знакомятся вот с различными агентами и синтезируют свою уже первую защиту. То есть 8 недель, еще только второй месяц беременности, а при этом уже начинает формироваться иммунная система. Дальше. Материнские антитела – это иммуноглобулины G, то есть это готовые уже иммуноглобулины, которые защищают ребеночка. Ну, они, как правило, передаются в момент грудного вскармливания. Именно поэтому важно как можно дольше поддерживать грудного вскармливания. И сейчас по нормам ВОЗ это должно быть не менее чем 4 месяца, а лучше где-то 6, 8 и даже года очень приветствуются. Критические периоды у ребеночка – это первый месяц жизни, это примерно 6 месяцев жизни, то есть полгода. Второй год жизни считается таким сложным в этом плане, пятый, шестой год жизни и подростковый возраст. То есть, если так посмотреть на нашу возрастную физиологию, то ребенок у нас от одного кризиса шагает до другого кризиса. Ну, это правда, потому что дети за относительно небольшое время, там за 15-18 лет, на самом деле проходит очень большой путь, который эволюция проходила там многие-многие тысячелетия. А за первый год жизни ребенок должен научиться ходить, к третьему году он уже должен полноценно разговаривать, ну и так далее и тому подобное. Да, и школы, и дошкольные образовательные учреждения, как бы каждый требует свое. Поэтому нагрузка большая. И что здесь объединяет все эти периоды, это такие скачки роста. То есть когда накапливается, как сказать, организм меняется, вырастает костная ткань, мышечная ткань даже не всегда за ним успевает. И, соответственно, ребенок прям сильно прибавляет и в росте. Иногда бывают периоды, когда ребенок и прибавляет и в весе активно, это тоже нормально. Но, соответственно, иммунная система, она может не успевать за этим развитием, и, соответственно, в этот момент ребенок может быть особенно ранимым.
Особенно это странно выглядит на подростках, когда вроде как уже взрослый, сформированный человек, там, как правило, мальчики там, относительно крупные, уже похожи на мужчин, но при этом на самом деле у них иммунная система не очень сильная. И так же, как в детсадовском возрасте, подростки начинают вдруг часто болеть. Соответственно, это тоже показатель некрепкого иммунитета, и этим нужно специально заниматься. Ну и отдельно хотелось бы еще проговорить возраст 60-65+. Это такой, непростой период развития в том плане, что здесь тоже нужна поддержка, и нужно быть очень внимательным. Вот почему, собственно говоря, 65, там 65+. В первую очередь это связано с замедлением, замедлением работы гормонального фона. В частности, замедляется функция щитовидной железы, причем достаточно существенно замедляется. И мы здесь тоже можем немножечко помочь, потому что щитовидная железа очень любит йод. Соответственно, все продукты с йодом, например, морепродукты или водоросли, здесь очень позитивные. Конечно, свою роль имеют и добавки с йодом, они тоже выполняют эту важную функцию. И, соответственно, не любит стресса. Щитовидная железа прям крайне негативно относится к стрессам, поэтому если вы чувствуете, что уровень вашего стресса достаточно высок, обязательно с этим что-то старайтесь сделать. Научитесь расслабляться, и не зря тут и медитативные практики, и, например, ванны с солями, там магния очень хороши для укрепления иммунитета. То есть здесь нужно использовать весь арсенал доступных средств. Дальше. Считается, что в этом процессе есть тенденция к замедлению иммунных процессов, а также нужно больше витаминов и минеральных веществ, нежели чуть раньше. Ну, как раз это все вот в контекст каких-то возрастных изменений укладывается, поэтому возраст, когда повышается даже потребление, даже если мы по нормам посмотрим, там тоже мы видим, что чуть больше рекомендуют пожилым людям съедать витаминов и минеральных веществ. И напомню, что это не всегда речь идет именно про продукты питания, это как раз про нутритивную поддержку, то есть использование биологически активных добавок в нашем рационе. Ну и давайте немножечко мы все-таки коснемся темы ковида. Вот как раз на его примере я расскажу, что же происходит, почему он настолько непростое заболевание, почему мы имеем достаточно много осложнений различных. И этот коронавирус, он проходит три стадии заболевания. Первая стадия, она длится в среднем от 3 до 7 суток. И, собственно говоря, это стадия завоевания вирусов наших слизистых. Напомню, что входными воротами чаще всего является слизистая носа, хотя, возможно, через рот тоже, но считается, что нос более в зоне опасности. И, собственно говоря, с этим связана потеря обоняния и потеря вкуса, которая сопровождается этот этап. То есть слизистая разрыхляется, повреждается, там идет отек, разрушение частичное. А у нас запахи воспринимаются у корня носа, есть такой, лоскуточек или кусочек слизистой, который очень-очень сильно нашпигован рецепторами. И, соответственно, через вот этот кусочек мы с вами и воспринимаем, в частности, запахи. А если там отек, соответственно, запахов мы особо чувствовать и не будем. Многие другие инфекции проявляются также снижением восприятия запахов и вкусов. И давайте сейчас перейдем уже непосредственно к рекомендациям, связанным с использованием витаминов и минеральных веществ в нашем рационе. И вот первый такой пункт мне бы хотелось обозначить как антиоксидантную защиту витаминов. И здесь, конечно, ключевую роль играет витамин С, также важную роль играет витамин А, Е. Это два витамина являются жирорастворимыми. А также здесь очень важен цинк, о котором не зря сейчас так много говорят, и его роль прям сложно переоценить, особенно вот в иммунологическом процессе. Селен, магний, железо. То есть на самом деле много здесь компонентов, и все они важные. И, соответственно, вот немножечко пройдемся по ним. Витамин С, уникальный витамин. На самом деле, если вот прямо описывать функции, то он описан порядка в 100
реакциях принимает участие. Его таким существенным недостатком является то, что он очень нестабильный, он очень термически лабильным. И если, например, даже там вы срываете черную смородину с куста, то по идее там есть витамин С, но ее нужно сразу съесть. А если эта черная смородина там полежала где-то, особенно на солнышке, ну или там яблоки, например, вот как у нас в магазинах сейчас будут полгода храниться, там, конечно, витамина С остается очень и очень мало. Но при этом это очень позитивный витамин. Он, например, необходим для синтеза коллагена, для нашей, как сказать, поддержания кожи, профилактики дряблости. Здесь вот как раз содружество белок плюс витамин С и плюс цинк является очень важным для сохранения гладкой и упругой кожи. Дальше, он усиливает процессы восстановления на наших слизистых, в частности, ротовой полости, носовой полости. И, соответственно, например, почему за этим, напомню, надо следить, потому что это такой плацдарм для присоединения инфекции. Поэтому носовая полость и рот, они должны быть максимально очищены, максимально восстановлены. То есть там не должно быть язвочек, должно быть порезов. Сама слизистая должна быть очень качественная. И все воспаления, например, там, от кариозных зубов или от тонзиллита должны быть убраны. Поэтому посещение стоматолога в этом контексте тоже очень важный фактор укрепления нашего иммунитета. Витамин А. Его позитивное действие, конечно, тоже связано и с кожей. Но у него очень важная функция – это улучшение зрения. И он как раз очень хорошо в содружестве работает с цинком. То есть витамин А и цинк, соответственно, укрепляют зрение, улучшают зрение. А также он очень неплохо работает на иммунитет. Он, соответственно, увеличивает активность неспецифических иммунных клеток. Поэтому он необходим для синтеза, собственно говоря, вот этих базовых клеточек, которые и осуществляют иммунную реакцию. И здесь вот я уже коснулась, немножечко рассказала про витамин D, тоже его здесь нужно упомянуть. И, соответственно, в принципе, так бы, ну, так получилось исторически, что его открыли как витамин, то есть его сначала нашли в продуктах питания. И вот, собственно говоря, он был А, Б, С, Д, 4 он был открыт. А на самом деле это гормон. Это гормоноподобное вещество, которое влияет на очень большое количество функций, начиная от щитовидной железы. У детей он очень активно стимулирует зрение, соответственно, он необходим для нормального формирования зрения. И если, например, мама испытывает витамин D, либо новорожденный ребенок испытывает дефицит витамина D, то могут быть, вот, в частности, например, такие проявления его дефицита. Также, конечно, витамин D напрямую связан с иммунитетом через, в частности, щитовидную железу и непосредственно те химические реакции, которые проходят на уровне самого иммунного ответа. Поэтому его роль прям сложно переоценить, и о нем достаточно много можно говорить. Кишечная микрофлора, то есть все, что касается про- и пребиотиков, все очень положительно, все очень нужно. И, соответственно, напомню, что это иммунологический барьер. То есть если кишечник хорошо работает, если плотность между клеточками хорошо сохранена, нет так называемого синдрома дырявого кишечника, то это ваш оградительный барьер от лишних там вирусов и бактерий, которые могут попасть в кровь и в лимфу. И, соответственно, омеги. Омега-3, наша знаменитая, прекрасная омега-3, омега-6, омега-9, то есть вот этот вот жирнокислотный фактор, тоже вот про каждую можно отдельную лекцию прочитать, обязательно интересуйтесь этой информацией, потому что каждый раз находится что-то новое, о чем интересно узнать и понять роль этих самых разных омег в нашем организме. И надо сказать, что с точки зрения иммунитета, например, омега-3, она снижает уровень арахидоновой кислоты. Арахидоновая кислота, она как бы влияет на агрессивность воспаления. То есть уменьшение уровня арахидоновой кислоты дает снижение агрессивности самого воспаления. Поэтому сам воспалительный процесс будет, ну, более такой адекватный, не будет запредельным. И, соответственно, полиненасыщенные жирные кислоты, вот опять-таки омега, крайне необходимы при различных хронических инфекциях.
дыхательных путей в частности. То есть если есть бронхиты, тонзиллиты, ларингиты и так далее, обязательно должен быть прием омеги, в частности омеги-3, а в некоторых случаях и омеги-6, и омеги-9. И следующий фактор – это белок. Вот я уже обозначила тоже, что его потребление, особенно адекватное потребление, очень важно. В принципе, они необходимы для синтеза самих клеток, то есть если нет белка, то и нет клеток, то есть их не из чего синтезировать. И чтобы, как сказать, правильно оценить потребность, я сейчас приведу формулу, по которой можно оценить, достаточное количество продуктов вы съедаете или нет. Но сначала мне хотелось бы подчеркнуть, что в момент предзаболевания, то есть когда человек уже получил вирус, и только этот процесс запускается, вот эта самая первая стадия, у него резко повышается потребность в белке, вот в большинстве витаминов, которые я сейчас обозначила, и в цинке. То есть он прям вычерпывается, и, соответственно, потребность на этом этапе может в 3-4 раза увеличиться по сравнению со стандартной. Поэтому здесь как бы... Ну, ориентация на рекомендуемые дозы является для нас только примерной. И, например, в лечебных схемах закладываются достаточно высокие дозировки того же самого цинка. И потребность-то повышена, а есть-то особо не хочется. И, соответственно, вот здесь такие проблемы возникают, да, вилка такая. То есть, с одной стороны, он нужен, а с другой стороны, как бы человеку особо в тот момент, когда он заболевает, есть не хочется. И это тоже нужно понимать. И как посчитать примерно, соответственно, вы берете свою массу тела, и для женщин норма потребления составляет 0,8 на 1 килограмм массы тела, а для мужчин, соответственно, 1 или 1,1 грамм на 1 килограмм массы тела. То есть чуть больше для мужчин закладывается, имеется в виду, что они больше как бы для активной клеточной массы нужны. И, соответственно, можно посчитать. А вот в период болезни закладывается даже 1,7, соответственно, грамм на килограмм массы тела, то есть почти в два раза больше. Давайте еще коснемся такого вопроса, как парафармацевтики. Парафармацевтики – это растительные минорные компоненты, говоря научным языком, а по-простому это какое-то небольшое потребление фитонутриентов, соответственно, которые правильно влияют на наши иммунокомпетентные клеточки, на наши адаптационные механизмы. В этом плане вот описано, например, эхиноцея, чеснок, женьшень сюда относится, и кордицепс тоже сюда относится. Вот эти грибы, они на самом деле множественным эффектом обладают. Конечно, они не являются напрямую лекарственными средствами, но их опосредованное действие очень хорошо изучено. И есть данные о том, что они благотворно действуют на сердечно-сосудистую систему, что они помогают контролировать уровень инсулина, что вот на уровне адаптогенов они таким образом укрепляют наш иммунитет и, соответственно, стимулируют правильный иммунный ответ. Ну и еще мне хотелось бы сказать вот о таких понятных, скажем так, напитках, как, например, напитки из облепихи, напиток из лимона с имбирем. Соответственно, малина в этом же ключе тоже очень хорошо работает, она тоже является источником фитонутриентов. Иван-чай, подорожник и, соответственно, такие напитки, да, то есть их лучше всего именно в форме напитков готовить. Можно даже запивать еду, таким образом усиливая усвоение питательных веществ, в частности того же самого цинка, например, которым очень важен при данном процессе. Усиливая усвоение в организме, потому что цинк, он любит витамины, и, соответственно, если, например, нет достаточного количества там, витамина А или витамина С, то даже при его большом потреблении он может хуже усваиваться. И напомню, что в момент стрессовых реакций, в момент осенних вот этих перепадов, в момент заболевания потребность во всем этом увеличивается в несколько раз. Соответственно, у меня есть такая любимая фраза, которая говорит о том, что витамины проявляют себя не своим присутствием,
а своим отсутствием. То есть это говорит о том, что ну, часто, когда мы кушаем, мы не понимаем, что мы кушаем. Ну, вроде нормально все там, ну, нормально, да. И даже вот есть такой дежурный диагноз — вегетососудистая дистония, хотя врачи вообще считают, что такого диагноза нету, но тем не менее человек привыкает к некой слабости, к некой утомляемости в течение дня и считает, ну, что это нормально. На самом деле, конечно, это ненормально. С этим можно и нужно бороться. И вот, в частности, биологически активные добавки как таковые, они именно для решения этой цели. То есть они не заменяют еду, но они усиливают их позитивное воздействие, скажем так, усиливают за счет большего количества омеги, микроэлементов, цинка, например, там, витаминов различных, кальция. Вот про него тоже обязательно нужно сказать, потому что кальций, он отвечает не только за построение костной ткани, хотя это само по себе уже очень важная функция. И если нет достаточного поступления кальция, то идет развитие остеопороза. Особенно у нас это начинается более так актуальным, быть важным с возраста 35+. И хотела бы обратить внимание, что это на самом деле достаточно молодой, активный возраст, но при этом по гормональному фону уже есть определенные изменения. И, соответственно, если нет контроля за поступлением кальция, то может нарастать симптомы его дефицита. Ну, кальций, помимо костной ткани, там, в строении зуба, для зубов он очень важен, а также его роль связана с сердечным сокращением. То есть он прям физически участвует в мышечном и сокращении сердечной мышцы. Поэтому его дефицит, он в том числе будет проявляться на этом уровне. Например, его дефицит может провоцировать аритмии. И, например, в противосердечной терапии препараты кальция тоже актуальны. Кальций очень содружествен с магнием, то есть это следующий микроэлемент, который тянет один за другим. Видите, у нас как бы все в цепочке, все важное, все нужно. Магний является мощным антистрессовым компонентом, и его достаточное количество в организме как раз нам помогает адекватно пережить стрессы. Вот. И, соответственно, цинк, о котором мы чуть раньше говорили, он тоже имеет таких приятелей, скажем так, в сфере микроэлементов. Это цинк, медь и селен. Эти два других микроэлемента, они в том числе поддерживают нам работу поджелудочной железы. Вот эта триада — цинк, медь, селен, они, если они в достаточном количестве в организме присутствуют, то они выполняют очень важную роль, они препятствуют развитию сахарного диабета. То есть они работают на уровне поджелудочной железы, участвуют в синтезе гормонов, в частности инсулина, который отвечает за усвоение сахара, и таким образом профилактируют нам развитие сахарного диабета и обеспечивают нам адекватное усвоение сахара в крови. Вот, это, соответственно, что мне хотелось бы рассказать с точки зрения вот такой и медицинской информации про иммунитет, и, возможно, она, ну, так сказать, сложная, но в том плане это интересно, что это дает возможность именно многогранно посмотреть на наш иммунитет, и именно поэтому понятно, почему так много информации, так много лекций на эту тему, потому что можно иммунитет рассматривать под разными углами и, соответственно, видеть свое. Например, это и кишечник, и работа печени, и работа лимфатических узлов, и состояние нашего горла, ну и так далее, и тому подобное. И хотелось бы мне сейчас, перед тем, как я перейду к вопросам и ответам, которые вы нам прислали, подвести некий итог о том, что наш организм, в принципе, не беззащитен. У нас есть несколько линий защиты, и, соответственно, если есть попадание вирусов, бактерий, гельминтов, грибов, например, кандида очень любит покушаться на нашу стабильность организма, то организм в состоянии себя защитить. Но в силу плохих экологических условий, несбалансированного питания, стрессов, каких-то такого рода факторов, например, частых заболеваний, которые неправильно идет период восстановления, или в силу особенностей просто организма человека, соответственно, ну, не всегда это происходит идеально. И
есть факторы, которые позволяют нам влиять непосредственно на этот иммунитет. И немножечко просуммирую здесь этот вопрос. Самые простые факторы – это, соответственно, адекватный водный режим, достаточная физическая нагрузка, посильная, но при этом регулярная. Это очень важно. Приведу формулу, по которой можно оценить, достаточное количество продуктов вы съедаете или нет. Но сначала мне хотелось бы подчеркнуть, что в момент предзаболевания, то есть когда человек уже получил вирус, и только этот процесс запускается, вот эта самая первая стадия, у него резко повышается потребность в белке, вот в большинстве витаминов, которые я сейчас обозначила, и в цинке. То есть он прям вычерпывается, и, соответственно, потребность на этом этапе может в 3-4 раза увеличиться по сравнению со стандартной. Поэтому здесь как бы ориентация на рекомендуемые дозы является для нас только примерной. И, например, в лечебных схемах закладываются достаточно высокие дозировки того же самого цинка. И потребность-то повышена, а есть-то особо не хочется. И, соответственно, вот здесь такие проблемы возникают, да, вилка такая. То есть, с одной стороны, он нужен, а с другой стороны, как бы человеку особо в тот момент, когда он заболевает, есть не хочется. И это тоже нужно понимать. И как посчитать примерно, соответственно, вы берете свою массу тела, и для женщин норма потребления составляет 0,8 на 1 килограмм массы тела, а для мужчин, соответственно, 1 или 1,1 грамм на 1 килограмм массы тела. То есть чуть больше для мужчин закладывается, имеется в виду, что они больше как бы для активной клеточной массы нужны. И, соответственно, можно посчитать. А вот в период болезни закладывается даже 1,7, соответственно, грамм на килограмм массы тела, то есть почти в два раза больше. Давайте еще коснемся такого вопроса, как парафармацевтики. Парафармацевтики – это растительные минорные компоненты, говоря научным языком, а по-простому это какое-то небольшое потребление фитонутриентов, соответственно, которые правильно влияют на наши иммунокомпетентные клеточки, на наши адаптационные механизмы. В этом плане вот описано, например, эхиноцея, чеснок, женьшень сюда относится, и кордицепс тоже сюда относится. Вот эти грибы, они на самом деле множественным эффектом обладают. Конечно, они не являются напрямую лекарственными средствами, но их опосредованное действие очень хорошо изучено. Есть данные о том, что они благотворно действуют на сердечно-сосудистую систему, что они помогают контролировать уровень инсулина, что вот на уровне адаптогенов они таким образом укрепляют наш иммунитет и, соответственно, стимулируют правильный иммунный ответ. Ну и еще мне хотелось бы сказать вот о таких понятных, скажем так, напитках, как, например, напитки из облепихи, напиток из лимона с имбирем. Соответственно, малина в этом же ключе тоже очень хорошо работает, она тоже является источником фитонутриентов. Иван-чай, подорожник и, соответственно, такие напитки, да, то есть их лучше всего именно в форме напитков готовить. Можно даже запивать еду, таким образом усиливая усвоение питательных веществ, в частности того же самого цинка, например, которым очень важен при данном процессе. Усиливая усвоение в организме, потому что цинк, он любит витамины, и, соответственно, если, например, нет достаточного количества там, витамина А или витамина С, то даже при его большом потреблении он может хуже усваиваться. И напомню, что в момент стрессовых реакций, в момент осенних вот этих перепадов, в момент заболевания потребность во всем этом увеличивается в несколько раз. Соответственно, у меня есть такая любимая фраза, которая говорит о том, что витамины проявляют себя не своим присутствием, а своим отсутствием. То есть это говорит о том, что часто, когда мы кушаем, мы не понимаем, что мы кушаем. Вроде нормально все там, нормально, да? И даже вот есть такой дежурный диагноз – вегетососудистая дистония, хотя врачи вообще считают, что такого диагноза нету, но тем не менее человек привыкает к некой слабости, к некой утомляемости в течение дня и считает, что это нормально. На самом деле, конечно, это ненормально. С этим можно и нужно бороться, и вот в частности биологически активные добавки как таковые, они именно для решения этой цели. То есть они не заменяют еду, но они усиливают их
позитивное воздействие, скажем так, усиливают за счет большего количества омеги, микроэлементов, цинка, например, там, витаминов различных, кальция. Вот про него тоже обязательно нужно сказать, потому что кальций, он отвечает не только за построение костной ткани, хотя это само по себе уже очень важная функция. И если нет достаточного поступления кальция, то идет развитие остеопороза. Особенно у нас это начинается более так актуальным быть, важным с возраста 35+. И хотела бы обратить внимание, что это на самом деле достаточно молодой, активный возраст, но при этом по гормональному фону уже есть определенные изменения. И, соответственно, если нет контроля за поступлением кальция, то может нарастать симптомы его дефицита. Ну, кальций помимо костной ткани, там, в строении зуба, для зубов он очень важен, а также его роль связана с сердечным сокращением. То есть он прям физически участвует в мышечном и сокращении сердечной мышцы. Поэтому его дефицит, он в том числе будет проявляться на этом уровне. Например, его дефицит может провоцировать аритмии. И, например, в противосердечной терапии препараты кальция тоже актуальны. Кальций очень содружествен с магнием, то есть это следующий микроэлемент, который тянет один за другим. Видите, у нас как бы все в цепочке, все важное, все нужно. Магний является мощным антистрессовым компонентом, и его достаточное количество в организме как раз нам помогает адекватно пережить стрессы. Вот. И, соответственно, цинк, о котором мы чуть раньше говорили, он тоже имеет таких приятелей, скажем так, в сфере микроэлементов. Это цинк, медь и селен. Эти два других микроэлемента, они в том числе поддерживают нам работу поджелудочной железы. Вот эта триада, цинк, медь, селен, они, если они в достаточном количестве в организме присутствуют, то они выполняют очень важную роль, они препятствуют развитию сахарного диабета. То есть они работают на уровне поджелудочной железы, участвуют в синтезе гормонов, в частности инсулина, который отвечает за усвоение сахара, и таким образом профилактируют нам развитие сахарного диабета и обеспечивают нам адекватное усвоение сахара в крови. Вот, это, соответственно, что мне хотелось бы рассказать с точки зрения вот такой и медицинской информации про иммунитет, и, возможно, она, ну, так сказать, сложная, но в том плане это интересно, что это дает возможность именно многогранно посмотреть на наш иммунитет, и именно поэтому понятно, почему так много информации, так много лекций на эту тему, потому что можно иммунитет рассматривать под разными углами и, соответственно, видеть свое. Например, это и кишечник, и работа печени, и работа лимфатических узлов, и состояние нашего горла, ну и так далее, и тому подобное. И хотелось бы мне сейчас, перед тем, как я перейду к вопросам и ответам, которые вы нам прислали, подвести некий итог о том, что наш организм, в принципе, не беззащитен. У нас есть несколько линий защиты, и, соответственно, если есть попадание вирусов, бактерий, гельминтов, грибов, например, кандида очень любит покушаться на нашу стабильность организма, то организм в состоянии себя защитить. Но в силу плохих экологических условий, несбалансированного питания, стрессов, каких-то такого рода факторов, например, частых заболеваний, которые неправильно идет период восстановления, или в силу особенностей просто организма человека, соответственно, ну, не всегда это происходит идеально. И есть факторы, которые позволяют нам влиять непосредственно на этот иммунитет. Ну и таким образом давайте просуммируем всю эту информацию. Что же важно для укрепления нашего иммунитета? На первое место я, конечно, поставлю правильное сбалансированное питание. И это включает определенные группы продуктов, и это как бы тянет, в свою очередь, более-менее адекватное поступление витаминов и минеральных веществ, но с учетом тех особенностей, о которых я говорила ранее. Второе – это дополнительный прием витаминов, минеральных веществ, омеги, которые я, кстати, очень сильно люблю и уважаю,
И, соответственно, это использование связано вот с особенностями характера питания нашего населения на данном этапе, потому что физическая активность у нас в среднем невысокая, поэтому позволить себе есть больше мы не можем, но при этом сама вот эта нутритивная плотность еды должна быть достаточно высокая. И напомню, что в момент какой-то стрессовой нагрузки или заболевания потребность в витаминах и минералах увеличивается очень существенно. Следующий фактор – это пассивная физическая активность. Я сделаю акцент именно на слове «пассивная», хотя на самом деле Всемирная организация здравоохранения рекомендует, например, в качестве ориентира 10 тысяч шагов в день. И, соответственно, считается, что это определенный критерий ее наличия. Но можно делать не так, а можно, например, в течение недели делать 3 или 4 часовые нагрузки, соответственно, выбирая для себя более удобные дни и формат этой самой физической нагрузки, но основной акцент на то, что она должна быть регулярная. Физическая активность нам стимулирует синтез иммунокомпетентных клеток и, соответственно, убирает последствия стресса. Следующий фактор – это закаливание. И в этом плане бани, массажи, закаливающие процедуры в виде контрастных душей тоже очень хороши для нашего иммунитета. Следующим пунктом обозначу как замену вредных привычек на позитивные привычки. Например, если вы смотрите телевизор и при этом считаете возможным что-то жевать, например, там чипсы или какие-нибудь сухарики, то как минимум это нужно заменить на порцию овощей или фруктов с невысоким гликемическим индексом, то есть с невысоким содержанием сахара. Ну, а лучше в этот момент пить чистую воду. Водный режим тоже важный фактор для нашего иммунитета. И, соответственно, она по всем параметрам важна, ее адекватное поступление очень важно, и очень важно ее контролировать в нашей жизни, в нашем рационе. Ну и последним пунктом поставлю ограничение стресса. Стресс сейчас очень активно обсуждают, конечно, тревожности в нашем обществе достаточно много, но при этом наше посильное влияние на уменьшение стресса в своей собственной жизни, я думаю, будет давать общий позитивный эффект. Ну а сейчас давайте мы с вами перейдем к блоку «Вопрос-ответ», потому что мы получили достаточно много вопросов, напрямую связанные с иммунитетом, либо около иммунитетные, но они, на мой взгляд, все важны, и, наверное, вам хотелось бы получить ответы на них. Первый вопрос, когда принимаются витамины? Очень хороший вопрос, то есть имеется в виду, когда принимаются биологически активные добавки. Вот я рекомендую, если это не рекомендовано производителем, другое, то витамины и минеральные вещества употреблять сразу после еды. И большинство витаминов используются, назначаются в первой половине дня, то есть после завтрака. И таким образом получает организм заряд действующих веществ, которые он будет использовать в течение всего дня. Но это не железное правило. Например, магний, он как раз является таким антистрессовым компонентом, он как раз более правильно и более эффективно, если его использовать вечером и, соответственно, потреблять вечером. Кальций тоже, его можно и утром, в первой половине дня, также можно его выпить в течение дня. Как правило, это такой порошочек разведенный, что, соответственно, очень удобно для приема, даже взять с собой на работу, в офис, соответственно, это тоже комфортно. Но все-таки по основному, витамины – это первая половина дня после завтрака. Обращаю ваше внимание, что важно, чтобы это не было на голодный желудок, потому что соляная кислота, которая активна в этот момент, она может денактивировать действие витаминов, и наоборот, действующие вещества самих биологически активных добавок, они могут спровоцировать, например, подташнивание или какие-то гастритические состояния, если есть, например, гастрит у человека. Поэтому лучше их использовать после еды. Следующий вопрос. Как восстановить обоняние? Это очень важный вопрос в связи вот этой с постковидной темой, которую мы сегодня разбирали в частности. У меня вот есть пациентки, которые уже несколько месяцев не могут восстановить обоняние. Соответственно, есть определенная терапия этого состояния. То есть мы знаем, как мы можем помочь.
потому что в большинстве случаев все-таки мы имеем положительные результаты, и обоняние восстанавливается. Значит, что здесь хотелось бы рассказать? Во-первых, хочется сказать, что слизистая, вот я говорила о том, что рецепторы, которые воспринимают запахи, у нас ну, прям примерно около сантиметра, вот такой активно насыщенными рецепторами этот кусочек. А вот, например, у собаки, просто для сравнения, этот кусочек чуть-чуть побольше, и там в 20 раз больше этих самых активных клеток, этих рецепторов. И, соответственно, собаки примерно в 20 раз более чувствительны к запахам, чем человек. Именно поэтому они слышат запахи на более низких концентрациях, ну и, в принципе, они вот как бы все это быстрее унюхивают, скажем так. И есть люди, у которых вот этих рецепторов, ну, в силу генетических особенностей достаточно много, и они, например, могут там, не знаю, год вина определить просто по запаху, да, вот это, соответственно, связано вот с такой генетической особенностью. Но если есть простудные заболевания, в частности, например, после ковида очень активно описано вот такое нарушение обоняния, то первый механизм связан с отеком этой слизистой носа. Но на самом деле еще этот вирус также проникает в определенные клетки мозга, то есть вот по рецепторам своим, и он нарушает проводимость запаха. То есть человек уже как бы не узнает этот запах, скажем так. Что здесь может помочь? Во-первых, фактор времени. Как ни крути, это все равно важно. И в целом сама процедура оздоровления и укрепления иммунитета, вот все то, что, о чем я сказала выше, это все очень важно. Важно также регулярно наладить прием цинка. Именно цинк в этот момент является ключевым микроэлементом, который поможет выполнить данную задачу. И есть такая терапия эфирами, то есть эфирными маслами. Можно даже наносить на платок или на одежду эфирные масла, либо такие специальные пластыри клеить. А еще лучше как бы тренировать себя, то есть зная, какой это запах, например, там морской запах или хвойный запах, приучать, обучать мозг, соответственно, вот этому запаху. Но вообще вот как бы эфирная терапия очень позитивна и, соответственно, достаточно быстро помогает наряду с прочими факторами восстановить обоняние. Что считается водой? Очень хороший тоже, кстати, вопрос. Почему? Потому что многим людям кажется, что если они пьют молоко, пьют соки, например, то ну, вроде как есть же вода, да, там, или там, кушает человек суп, там же тоже есть вода. Почему же все-таки диетологами это стабильно не считается? Я отвечу на этот вопрос. Все то, что я перечислила, является едой, и в объем водного режима все это не считается. Соответственно, важным является именно потребление чистой воды, и, соответственно, нужно подсчитывать те количество стаканов там, или бутылочек, как вам удобно, именно чистой воды, которую вы пьете. Такую воду можно обогащать лимоном, имбирем, можно делать какие-то травяные настои, например, это может быть шиповник, боярышник, иван-чай, сборы различные травяные, которые тоже очень хорошо работают и считаются водным режимом. А вот такие продукты, как, например, кофе, такой напиток, да, либо черный такой пакетированный чай, это, наоборот, мочегонные продукты, поэтому в объем водного режима они не считаются. И напомню, что есть очень хорошая формула, которая позволяет быстренько оценить, достаточно ли количество воды вы пьете или нет. Потому что, конечно, мы как люди очень субъективны. Вот ко мне приходит пациент и говорит: да я эту воду пью постоянно. Начинаешь его расспрашивать, что значит постоянно, оказывается, там меньше литра. Или наоборот, там вот у меня есть пациенты, которые 4 литра воды в день пьют, но это не их прихоть, это мы, так сказать, по программе так пришли. Но для них это их физиологическая норма, потому что у них масса тела большая. Итак, если нет никаких противопоказаний со стороны сердца или почек, то вы можете таким образом рассчитать свой водный режим. Вы берете свою текущую массу тела и умножаете на 30 мл на килограмм массы тела. Например, у человека 70 кг вес, мы умножаем на 30, получается 2,2 100. Вот примерно водный режим. Как его можно выполнить? Его можно, основной акцент желательно все-таки за счет чистой воды, ну как минимум не менее чем 50%, а лучше больше. То есть литр он должен набрать водой.
Ну, а другой литр вот как раз там шиповниками, иван-чаем, травяными настоями всякими очищающими и так далее, да. Каркаде, например, как чай. Вот, соответственно, это вот все хорошо, все полезно. Лимон, имбирь, в общем, все, что посчитаете нужным, можете использовать. Вот. Поэтому не всякая жидкость является адекватной, скажем так, водой. И не всякая жидкость, она подлежит подсчету. Поэтому какао, кофе, это скорее как продукты питания. Кстати, и кофе, и какао могут быть очень калорийные. Например, какао, если мы возьмем с сиропом, с молоком, то есть типа фрапучино, например, что-нибудь такое, то по калорийности может быть сопоставимо с целым обедом, то есть весить там 350-400 килокалорий, что очень много. Ну а эспрессо будет низкокалорийно и, соответственно, где-то 30-50 калорий весить. Но не забывайте, что кофе нужно обязательно запивать водой. Следующий вопрос. Есть ли связь между питанием и иммунитетом? Конечно, есть. И, собственно говоря, вся неделя, которая сейчас идет в плане обучения, и сегодняшняя лекция, я думаю, она как раз про это нам с вами и подсказывает. Мы действительно через улучшение своего питания и через факторы улучшения своего качества жизни можем повлиять на свой иммунитет. И здесь как раз вот следующий вопрос очень созвучен. Он говорит о том, что же такое правильное питание. Совершенно справедливый вопрос, да? Все говорят, там, правильное питание, там, соблюдайте правильное питание. А что это такое, не до конца понятно. И давайте я расскажу немножко на эту тему, отвечу на этот вопрос. Что же такое правильное сбалансированное питание с точки зрения диетологии? Диетология — это наука о питании. И вот надо сказать, что, ну, поскольку везде информации очень много, то хорошо, что люди читают, что люди смотрят. Но, к сожалению, она бывает очень часто разноплановая, особенно это касается диет. Я вот сама написала две книжки, когда я готовила вторую книгу, у меня было любопытно посмотреть, сколько же диет существует, и когда я там насчитала порядка 300 разных видов диет, я уже успокоилась, потому что поняла, что с любым продуктом, с любым направлением можно делать все, что угодно, называть это диетой. Это никакого отношения к правильному питанию не имеет. Правильное питание, конечно, строится, исходя из ваших индивидуальных особенностей, но по большому счету включает употребление основных пяти групп продуктов. Первая группа – это, соответственно, белковые продукты. Эта группа продуктов является источниками полноценных аминокислот, которые необходимы для нашего иммунитета, для наших мышц, для синтеза ферментов, гормонов и так далее. Сюда относятся, да, сюда как бы входят, это, конечно, различные варианты мяса, причем это мясо должно быть постным, так называемым, то есть без видимого жира, но максимально обезжиренное. Это говядина, это телятина, белые варианты – это курица, индейка, сюда же относятся яйца, сыры сюда относятся, хотя это сочетанная группа с жирами. И сюда относится творог, рыбу, конечно, я забыла, и морепродукты. Это тоже варианты белковых продуктов. Поэтому можете оценить, есть они в вашем рационе питания или нет. Напомню, что согласно теории сбалансированного питания, они должны присутствовать ежедневно в нашем рационе. Ну, хотя бы что-то из этого. Вторая группа – это группа зерновые продукты, либо это продукты источники углеводов. Что здесь важно? Здесь важно отметить в первую очередь крупы. Гречневое, рисовое, ячко, пшено и так далее. Сюда же относятся макароны и сюда же относится, как ни странно, картофель. Хотя, если посмотреть на состав, то, в общем, все понятно. Там достаточно высокое содержание углеводов. В эту же группу относится хлеб. Практически все варианты хлеба сюда относятся. Но нам бы интересен, конечно, варианты с высоким содержанием либо отрубей, так называемых пищевых волокон, да, либо ржаного компонента, которые сами по себе хоть какое-то количество витаминов группы В содержат. Следующая группа – это овощи. Они у нас являются источниками органической воды, клетчатки, определенных витаминов, минеральных веществ. Но напомню, что, к сожалению, не все они являются именно прям источниками-источниками. То есть их, ну, некоторые содержат, но не очень много. И здесь так называемые, ну, помимо огурцов, помидоров, конечно, нужно упомянуть группу листовые овощи,
брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, стручковая фасоль, которые в рационе не очень активно представлены. А, собственно говоря, они являются источниками фитонутриентов. Следующая группа, четвертая группа, это фрукты. Они являются тоже источниками, ну, в первую очередь для меня лично являются источниками фитонутриентов. Они поддерживают как раз наш иммунитет на таком уровне. Ну, там тоже много органической воды, клетчатки, определенные витамины, минеральные вещества. И, конечно, там есть сахар. Но так, это не прямой сахар, это вариант фруктозы, то есть природного сахара. И они нам дают такую сладость, вкусовые всякие ощущения. И, кстати, фрукты очень хорошо поддерживают наш обмен и наш метаболизм в районе полдника. То есть нужно их, ну, если, так сказать, вам это нравится, использовать именно как вариант полдника. А вот вечер, например, для тех людей, кто контролирует массу тела, лучше не злоупотреблять ими. Следующая группа, пятая, это молоко, молочные продукты. И здесь тоже можно поговорить отдельно, потому что сейчас очень много людей либо с аллергией на белок молока, либо с лактазной недостаточностью. Это два разных понятия, которые не надо путать между собой. Поэтому, например, все, что можно там в интернете ужасного прочитать про молоко, ну, как правило, не совсем это соответствует действительности. В каждом конкретном случае лучше разбираться отдельно. Потому что у кого-то есть это аллергия на белок, а у кого-то есть лактазная недостаточность, то есть непереносимость лактозы. Это углеводный компонент молока, который проявляется в виде бурления, каких-то некомфортных проявлений в желудочно-кишечном тракте после приема, там, не знаю, после стакана молока. И таким образом, соответственно, молоко убирается, но при этом человек достаточно нормально, комфортно переносит кисломолочные продукты. И их можно оставлять в рационе. А вот если у него аллергия на молоко, тогда уже ни кефир, ни творог, ни какие-то перекрестные продукты в рационе не оставляется, и назначается лечебная диета. И если уж там выражена аллергия, то очень часто даже бывает перекрестная аллергия. Например, это может быть аллергия на сыр, либо на говядину. И последняя группа – это группа жиров. Соответственно, жиры у нас являются источниками, как раз в частности, полиненасыщенных жирных кислот. Но поскольку и у группы растительных, например, там оливковое масло, рапсовое масло, масло миндальных косточек, ну и других видов их достаточно много, и у сливочных вариантов, там сливочное масло, например, у них очень высокая калорийность, поэтому злоупотребление ими ни в коем случае не оправдано, этого делать нельзя. Но омега-то нужна, и вот эти полиненасыщенные жирные кислоты, которые есть в растительном масле, нужны. Именно поэтому такое распространение получают добавки омега-3. То есть это не про калории они в данном случае, а они именно про пользу вот этих самых омег. Потому что когда готовится биологически активная добавка, это вычищается сам вот этот жирнокислотный состав вычищается и, соответственно, конденсируются именно омеги. Поэтому, когда вы съедаете добавку с омегой, вы получаете вот пользу непосредственно омеги-3, а не все то, что там есть, потому что на самом деле омега-то 12, но клинически доказанным эффектом обладают омега-3, омега-6 и омега-9. Вот. И, соответственно, баланс потребления этих продуктов достигает нам так называемую историю про сбалансированное питание. Но здесь уже включаются наши вкусовые привычки, пищевые наши возможности, успеваем мы поесть или не успеваем мы поесть. И, соответственно, много здесь разных вопросов. Я думаю, что вы по себе знаете. Я как врач тоже с этим постоянно сталкиваюсь, когда человек, ну, например, много работает и не успевает вовремя и правильно поесть. Сейчас также есть еще одна тенденция. Она связана с тем, что люди стараются как можно меньше готовить дома, а больше покупать какой-то готовой еды. Ну, конечно, это связано с целью там, экономии времени, но на самом деле это неправильно, потому что такая готовая еда, вы не можете проконтролировать ее состав, и, как показывает практика, в ней очень много и жиров, и сахаров, и, соответственно, ну, не всегда она отвечает принципам правильного сбалансированного питания. Обратите на это внимание, и, соответственно, это
Тоже, если вы часто питаетесь вне дома, такой характер еды сложный, фастфудовский, скажем так, то это фактор негативный для иммунитета, ну и для лишнего веса тоже. Следующий вопрос. Какие продукты наиболее полезны для иммунитета? Ну, я думаю, что вся наша лекция сегодня, она была ответом на этот вопрос, потому что нет какого-то уникального продукта, который прям только его, и все будет хорошо. Но все-таки, если, так сказать, покрутить этот вопрос и поотвечать на него с разных углов зрения, то в первую очередь я бы, конечно, отметила сначала белковые продукты, вот то, о чем я говорила, их регулярное употребление в нашем рационе, а также это, ну вот, в частности, там морепродукты, рыба, говядина. Если кто-то не любит мясо, это могут быть яйца, творог и так далее. А также это различные овощи и фрукты. Но здесь нужно как бы правильно понимать, что они не являются панацеей от всего, и, соответственно, при наличии даже там витаминов и минеральных веществ, ну, с минеральными веществами еще лучше, а при этом витамины, ну, как бы не факт, что они содержат, особенно когда они долго лежат, то никаким образом вы это проверить не сможете, и, соответственно, находятся они там или не находятся, вы, ну, до конца вы не можете быть уверенным. Поэтому в этом случае как бы правильной привычкой, правильной такой тенденцией в обществе нашем является использование биологически активных добавок, чтобы это было гарантированное поступление, ежедневное. И если вот даже говорить раньше, что раньше, когда даже в медицинских вузах обучали врачей, говорили, что назначайте там витамины два раза в год, там весной и осенью, когда меняются там биоритмы и иммунитет особенно подвержен сложностям. Но сейчас это не так. И сейчас нормальная практика – это фактически ежедневный в течение всего года прием витаминов. Возможны различные варианты. Например, можно делать курс там, в течение 2-3 месяцев. Потом пару месяцев можно отдохнуть и, соответственно, делать все то же самое. Почему 2-3 месяца? Это тоже важно, потому что витамины, прием биологически активных добавок, он не дает результата в течение, например, там, нескольких дней. Эффект от приема витаминов накапливающийся, поэтому, соответственно, нужно время для того, чтобы они проявили себя, как бы вступили в нужные реакции, там, выровняли внутренние процессы, и их эффект был максимально эффективен. Ну, вот, как показывает аналитика, примерно к первому месяцу регулярного употребления. Ну, а потом нужно хотя бы 2-3 месяца, чтобы все-таки это закрепилось, проявилось, и, соответственно, был хороший результат. Если нет каких-то сложностей, например, периода акклиматизации или каких-то периодов смен биоритмов тех же самых, или, например, вот у детей экзамен, это, кстати, тоже своего рода стресс, или смена работы у взрослых, то можно там, на пару месяцев отменить их, а потом, собственно говоря, опять возобновить. Ну, и повторяю, нормальная практика, что вообще это регулярный прием БАДов. Многие, например, мои пациенты пьют БАДы регулярно, как бы под моим руководством, под моим назначением, но тем не менее они ежедневно что-то пьют для иммунитета. Влияет ли потребление сладкого на иммунитет? Ну, конечно, да. Сладкое сладкому рознь. И здесь, конечно, в первую очередь таким агрессивным негативным действием обладает классический сладкий с таким высоким содержанием рафинированного сахара. Например, это выпечка, торты, там конфеты различные. Когда, собственно говоря, кроме калорий и кроме сахара, который там содержится в этих продуктах, там больше ничего нету. Поэтому вот таким посредственным образом это влияет на питание. Ну и если этим злоупотреблять, соответственно, если это основная еда в течение дня, то, конечно, будет накапливаться негативный эффект для иммунитета, потому что иммунитет не получает ни белка, ни витаминов, ни фитонутриентов, всего того, что он любит, а он получает чистоганом либо жиры, либо сахара, которые будут, соответственно, тоже переводиться в жиры. И такой человек будет иметь проблемы с весом, проблемы с зависимостью со сладким, и, в общем, никаким образом способствовать иммунитету это, конечно, не будет. Более того, скажу вам, что чем больше человек употребляет сладкого, тем больше вычерпываются витамины, в частности хрома, того же самого цинка,
потому что нужно это переваривать, а это микроэлементы, которые участвуют в синтезе инсулина. И, соответственно, это все нужно для того, чтобы переварить это самое сладкое. Поэтому, если злоупотреблять сладким, то нужно иметь в виду, что потребность ключевых витаминов и минеральных веществ может увеличиться аж в 4 раза. И следующий вопрос про фастфуд. Он прям напрашивается тут тоже. И, соответственно, это тоже такая еда, которая никоим образом не способствует иммунитету. Почему? Потому что много калорий, большое количество жиров, в частности трансжиров, большое количество соли, специй, которые провоцируют отек, а также могут обострить, например, гастриты, либо дискинезии. Мало воды, много различных напитков, в частности газированных напитков, содержащие сами по себе сахара, либо сахарозаменители. И вот в частности на уровне кишечника уже начинаются такие негативные воздействия, которые никоим образом не будут укреплять иммунитет. Может ли недосып влиять на снижение иммунитета? Да, может. Мы ответили на этот вопрос уже в самой лекции. Я рассказывала про кортизол. В частности, это гормон, который нам помогает держать наш иммунитет и участвует в реакциях. И, соответственно, хронические недосыпы, либо сбивки биоритмов. Вот, например, частый перелет, если люди там часто меняют часовые пояса, то это тоже является фактором ослабления иммунитета. То есть это такого своего рода стресс. А в момент стресса вот наш организм напрягается, стремится с этим справиться. Ну и если не хватает резервных сил, то, соответственно, будет сбой. Кстати, в этом в контексте даже интересны кондиционеры. Вот, например, многие люди замечали, что когда они посидят под кондиционером, либо проедут в машине с кондиционером, то могут ослабеть. И это тоже понятно, потому что такое переохлаждение – это тоже своего рода стресс для организма. И, соответственно, это не есть хорошо. Поэтому если организм нормально укреплен, если он обеспечен всеми важными компонентами, у него хватает достаточно резервных сил, то, в общем, все будет хорошо. Если есть слабое звено, то оно обязательно порвется даже под воздействием такого малейшего фактора, как, например, посидеть под кондиционером. Овощи после термической обработки также полезны или лучше есть их сырыми? Ну, здесь есть разные школы воззрения, скажем так. Например, есть школа сыроедения, которая считает, что овощи лучше есть сырыми, там больше активнее сохраняются витамины, фитонутриенты, они, соответственно, не подвержены термической обработке, что, в принципе, является правдой. Но также важно учитывать и состояние вашего желудочно-кишечного тракта, потому что если, например, есть там желчекаменная болезнь, гастрит, дуодениты, застои желчи, а они, к сожалению, есть часто, то в этой ситуации свежие овощи могут спровоцировать ухудшение состояния. Поэтому таким здравым подходом является именно баланс. Это разрешается использование и термически обработанных овощей, например, отварная цветная капуста, тушеные брокколи, тыква по самым разным рецептам приготовленная, ну а также и свежие овощи, соответственно, которые тоже могут присутствовать в нашем рационе, но не являются они стопроцентными источниками витамина. Например, огурцы содержат очень много органической воды, а помидоры очень много, например, мочевой кислоты. Поэтому в свежем виде помидоры для людей со склонностью к мочекаменной болезни либо с проблемами в почках не рекомендуется их использовать. В холодное время года хочется есть больше вредной еды. Как с этим бороться? Физиологически за этим ничего особенного не стоит. То есть если хочется подумать о том, что в холодное время года хочется накопить больше энергии, то я вас разочарую. Мы уже, конечно, не как мишки накапливаем, мы в другой системе координат живем, мы адаптированы больше к природным сменам времен года. Поэтому здесь, скорее всего, про другое. Здесь про дефицит витамина D и про определенную скуку, потому что, скорее всего, за этим вопросом стоит то, что человек меньше гуляет,
получает меньше каких-то позитивных эмоций, посещая там разные места, или там та же самая прогулка является хорошим стимулом. И, соответственно, таким образом он заедает эту скуку. И еще в зимнее время года очень любят, так сказать, актуализировать там всякие сериальчики, телевизоры, там просмотры кино и так далее и тому подобное. Это тоже усиливает нашу и так в целом небольшую физическую активность и, соответственно, формирует нам там негативную привычку что-то в этот момент пожевать. Что так просто смотреть? Надо что-нибудь чайку попить чем-нибудь. Вот, соответственно, это неправильно. И вот, ну, на мой взгляд, это вопрос прям на уровне привычки. Как-то сильно бороться с этим, ну, тоже, наверное, неправильно, но просто этого не делать, просто осознавать эту проблему и, соответственно, не позволять себе эту вредную привычку. Мы все люди осознанные, мы все стремимся к счастливой, долгой жизни. И, собственно говоря, зачем наедаться вредного, будь то зимой, будь то летом. Соответственно, мне кажется, это в принципе неправильно. Следующий вопрос. Можно ли самому оценить состояние своего иммунитета? Косвенно, конечно, можно. Значит, можно это сделать, посчитав количество раз, когда вы заболели в течение года. И если для взрослых, для деток мы, соответственно, считаем, что если ребенок заболел у нас больше, чем 3-4 раза в год, то он уже относится к категории часто болеющих. Для взрослых, ну, таких жестких нормативов не прописано, но считается, что, ну, 1-2 раза в год взрослый человек может болеть. Если вы болеете больше или там существенно больше, то это, конечно, показатель ослабленного иммунитета, и это требует подключения определенных мероприятий, вот в частности тех, о которых мы сегодня говорим на нашей большой развернутой лекции. Но при этом можно оценить это и амбулаторно, то есть клинические параметры, которые можно, например, сдать кровь и, соответственно, оценить медицинским образом. Но обычно эту рекомендацию уже делают врачи по назначениям, если нам надо как бы решить какой-то конкретный лечебный вопрос. Если человек болеет с частотой раз в месяц, значит ли это, что у него проблемы с иммунитетом? Да, значит. Соответственно, здесь в расчет имеется в виду даже не только простудные заболевания, да, то есть не просто насморк или не просто, не знаю, там, горло першит, хотя это тоже важно. Здесь имеет смысл обращать внимание на все то, что происходит в вашей жизни. Например, если высыпает герпес, да, есть какие-то рецидивы, либо есть какое-то вот проявление каких-то других, молочниц у женщин, например, очень часто бывает показателем ослабленного иммунитета и так далее. Ну, на это тоже все нужно учитывать, все нужно считать, и, соответственно, с этим нужно работать. Поэтому, ну, раз в месяц это прям часто, да, то есть это показатель, ну, я бы сказала, что это сбой в иммунитете, и, соответственно, иммунитет не справляется с нагрузкой. Надо сказать, что вообще у нас вирусная нагрузка, она у нас постоянная. Вокруг нас большое количество и вирусов, и бактерий, и гельминтов, и грибов. Все это есть вокруг нас в ежедневном использовании, да? И в общественном транспорте, и в офисе, и дома. Это все есть, никуда от этого не денешься. Но это не означает, что мы болеем от всего подряд каждый раз. Это же не так. Я рассказывала о том, что иммунитет у нас есть несколько ступеней защиты, и большинство атак мы с вами вообще не замечаем. То есть наш иммунитет прекрасно справляется со всеми этими напастями без, ну, можно сказать, нашего участия. Да? И только если прорывается эта линия обороны, если только это либо очень массивное количество агентов, например, там много этих вирусов гриппа в округе, да, там, или вот как ковид, как бы, почему одним из принципов профилактики было не общаться, чтобы вот не множить их, то есть их не должно было вокруг вас быть много. С одним, может быть, иммунитет справился, а с 10 уже не справился. Именно в этом и заключается там принцип профилактики вот против вирусных заболеваний, да, когда идет изоляция людей. Соответственно, вирусная нагрузка, ну, в частности, вирусная нагрузка есть постоянно, всегда и везде. И только вопрос ее количества,
и активности нашего иммунитета, почему один заболевает, а второй не заболевает, вот 80%, пожалуйста, бессимптомные формы протекания заболевания. Следующий вопрос. Что делать при переутомлении и упадке сил? Как улучшить состояние организма, есть ли какие-то экстренные и эффективные способы? Переутомление и упадок сил. Ну, мы с вами здесь сталкиваемся с таким вопросом, это называется синдром транспортной усталости. То есть, когда вечером, например, человек выходит из работы и себя более-менее нормально чувствует, думает, сейчас я доеду до дома и поделаю там какое-то количество дел, даже планирует себе, что он там поделает. Но приезжает домой и как-то вот прям энергия заканчивается, все это сливается и... Соответственно, вместо там активности какой-то хочется сесть на диван и, соответственно, уже ничего не делать. Вот, соответственно, что делать с этим? Это является звоночком, который говорит о дефиците витаминов в первую очередь. То есть первое, что нужно сделать, нужно проанализировать свой рацион, понять, имеете ли вы доступ, получаете ли вы должное количество витаминов и минеральных веществ, скорее всего, назначить их или там, получить рекомендации от знающих людей с точки зрения приема этих добавок дополнительных, и, соответственно, это уже начнет работать. Напомню, что работает это не с первого дня, это нужно некоторое время, чтобы это встроилось в наши химические процессы. Я называю это состоянием, чтобы вам организм поверил, чтобы вы реально начали что-то хорошее делать. Какие экстренные и эффективные способы борьбы с упадком сил? Ну, я вообще, так сказать, в такой истории всегда против каких-то экстренных случаев, потому что мы же можем и как бы гиперстимулировать иммунитет, и тогда вместо позитивной реакции он нам вообще даст очень негативную. То есть постоянная стимуляция иммунитета нам тоже не нужна. Нужна только точечная, нужная, адекватная стимуляция, либо меры по поддержке его. И самым важным здесь еда, сон. То есть надо задать вопрос, сплю ли я, и как я сплю, в каком как бы состоянии, в каком режиме сплю, в каком высыпаюсь ли я, есть ли у меня состояние отдохнувшести. И затем физическая активность. Соответственно, физическая активность идеально, если это на свежем воздухе, в светлое время суток, это уже будет помогать бороться с таким упадком сил. Ну и в качестве вспомогательных мы можем вспомнить здесь различные иммуномодуляторы, адаптогены, соответственно, все то, что немножечко, чуть-чуть нам встряхнет наш организм, но не злоупотребляя этим. И здесь давайте я вам приведу в пример вот витамин С. Он как раз очень будет хорошо иллюстрировать. Вот не секрет, что, например, если человек заболевает, то в начале заболевания рекомендуют использование прям больших доз витамин С, там 1000 миллиграмм по сравнению там, со 100, которые обычно каждый день у нас норма такая есть потребление. И если так делать долго, то это плохо, так делать не нужно. То есть, там, например, год пить такую высокую дозу витаминов. Это неправильно. Нужно, вот, например, если случился контакт с больным человеком, или вы чувствуете, что вы начинаете заболевать, то там 5-7 дней нужно пропить эту высокую дозу, но потом, когда симптомы начнут стихать, нужно потихонечку закончить это. И, соответственно, через некоторое время вернуться. И следующий вопрос. Он касается способов закаливания. Как можно закалить себя? Вот я хочу вам рассказать один очень простой, но при этом очень эффективный способ закаливания. Это контрастный душ. Соответственно, для начала нужно встать. Ну, если вы планируете мочить голову, тогда, соответственно, струя должна идти с затылка по спине. Если не планируете, то тогда с 7-го шейного позвонка. Вы встаете под максимально напряженный душ, достаточно комфортной для вас температуры. А потом переключаете воду, вот даже не обязательно в максимально холодный, а лучше это сделать в максимально горячий режим. То есть, ну, как вот вы можете держать, как кожа держит. И, соответственно, например, минутку вы стоите в комфортной температуре, переключаете воду на
такую, соответственно, максимально горячую, полминутки достаточно, несколько там, 20 секунд, и возвращаетесь опять в комфортную температуру. И таким образом 5-6 раз переключаете. И заканчиваете всегда на комфортной температуре, несколько минут нужно постоять, там минуты 2 хотя бы, и растираете себя жестким махровым полотенцем. Очень простой, очень эффективный способ. Ну и, конечно, это хождение босиком, там, где есть возможность, соответственно, дома желательно ходить босиком, либо если там вы на даче и земля теплая, то тоже. Но это уже зависит от времени года, не всегда так сделаешь. И последний вопрос. Можно ли самостоятельно выбрать в аптеке иммуностимуляторы и прочие специальные препараты для поднятия иммунитета? Ответ нет, потому что здесь очень важно различать иммуностимуляторы и иммуномодуляторы. Вот иммуностимуляторы, они предназначены для активного стимулирования иммунитета в момент, собственно говоря, уже заражения, да, то есть когда оно уже произошло. И эти назначения лучше, чтобы сделал врач. А вот иммуномодуляторы – это, соответственно, вещества, которые вот на уровне фитонутриентов, они помогают, адаптогены, вот такие, они помогаторы, они помогают мягко, ненавязчиво. Это не является лекарственным средством, но при этом они свою работу выполняют, они помогают усиливать позитивное действие иммунитета. И вот как раз иммуномодуляторы, которые, к которым, кстати, относятся витамины, минералы, и, там, омеги и так далее, они в этом контексте тоже являются иммуномодуляторами, они мягко, опосредованно проявляют свое действие. Ну и подводя итог, все-таки мне хотелось бы сказать, что нету, к сожалению или к счастью, какой-то одной волшебной таблетки, которая позволит нам поднять наш иммунитет. Ну нет такой. И соответственно те пункты, о которых мы сейчас говорили, именно поэтому наша лекция достаточно большое количество времени заняла, потому что каждый из этих пунктов очень важен, он и все имеют значение. Все это очень работающие факторы, которые позволяют нам быть максимально защищенными, естественным образом укрепляют наш иммунитет. И как бы это ни просто звучало, уверяю вас, что это работает. Питание, прием витаминов, сон, физическая активность, вода, закаливающие процедуры и поменьше стресса. Чего, собственно говоря, я вам и желаю. Всем вам здоровья, только позитивных эмоций и иммунитета от всех известных и неизвестных вирусов. Всего хорошего!